Все. Короче, я придумал, как их обойти, но эти баллоны все равно даже в меня стреляют, когда я за 200 метров. Причем они даже мне попадают. Пробейте их, спидран. Ладно. Придется, короче, обходить по этому, по... Летеваем под оболик и бежим. Я бегу. У меня еще игра почему-то физит. Из-за гребаного обновления. Игра никогда не фризит, пока не произойдет обновление Windows. Что? Кто? Кто в меня стреляет? А, бояки, серьезно? А тут-то они откуда? Чего? Как выжить? Помогите, пожалуйста. Меня бояки вообще со всех сторон окружили. Им под нолик. Дайте, блин, обойти грёбаный блокпост военных. Встречаю отряд военных, которые патрулируют. Еще спереди на дороге потом тоже будет лагерь санитаров одновременно и блокпост военных. И еще после того блокпоста военных идет еще один блокпост военных. Черт, он свой комбез порвал. Мне осталось 110 репутации набить. Ровно. Еще супер дохера. Боже. До повышения урона 203. Круто. Я на днях такой артефакт нашел. За сколько бы его загнать? Так, это стерлок нет. Точно. С возвращением помню. Я еще патрон. Добрать. Возвращение, думаю, сумка отличная. Возвращение, думаю, отечественный и все. Что за ящик патронов? Вообще две случайных сумки бронебойных патронов. А, пять сумок. А. Бронебойные патроны 7.62, согласны? Блин, пердун еще нужен. А да, взорву с баллонами, тоже, наверное, нужно. А, 7. Стоп, нет. Покупаем МП-5. 40, раньше. Сейчас, короче, с МП-5 похожу. Так. Барабанный магазин X5. Это что, у меня на комбезе дырка? Чёртова тушка. Запись пока, и возьми то всякое. Все есть. 5 бронебойных есть даже. Так, да, ставим барабанный магазин. Может, для Эппеля? Да, для Эппеля. Давай, ты спрячешь оружие, всё, а я не устрою тебе проблем, так. Ладно? И чё мне ещё надо? А ты МП-5 покупаешь? Да, Краштейн, планка, рис. Семечки стоят, значит. Так, покупаем. Ставим на МП-5. Чтоб... Может, его тоже мне купить по приколу? У тебя денег не хватит. 2500. Тогда ладно. Трипорт мини-компенсатор вообще до хрена стоит. Жрать хочу. Ну как же консервы надо? Психологический Леопольд. А потом из колбасой хреновые нынче стали делать. Собьем по 5 с планками и пикатини. О, жава песня как раз тут уже. У меня жава песня до хрена сейчас. Сколько у меня? 140 мне что ли? Так, купаем. Ставим сырье. Я на днях такой артефакт нашел. За сколько бы его загнать? Пошли. Однозначно таких я еще не встречал. А приклад? Приклад. А где приклад? Приклада нету. Все, короче. Сейчас что еще хотел? Ну, вроде бы все готово. Можно еще Леопольд купить. Да ты чему? Мне не хватает на Леопольд. Все, Леопольд купил. Мне теперь не хватает проволоки на этот. Как его? На Ким? Да. У меня никогда не хватило. Все, теперь у меня. Потому что тюрьмище. Сильный МП-5. Прикопы не спам. Пошли. А есть что-нибудь быстрее, смородина?
этот альбатрос разведчик. Его можно было купить на НГ этот, на новогоднем ивенте 2018. Идешь или нет? Иду. Все, я зашел. Это кто в игру? Я сейчас пробую, да. Для коп будет нет. Ты охренел? Спасибо. Да, пенечку в репутации. Не дали держал плюсик. Я одну репутацию. Мужика на моих глазах сейчас разорвало воронку. Сам воронки не подох. Ты, блядь, нас сет ебали. IT Никитал IT. Ты кто такой? ЮТ. Никитал. Он по мне начал стрелять, он мне на него. Сука, отского, бля. Он вообще с агробо этот. Он вообще с мертвого города пришел. А как ты это понял? Потому что этот адский уголь, он спавнится на этом, в лесу вроде как, и... Именно... Короче, и где-то там на севере спавнится. Куда у него вообще адский уголь? Ну, я тоже в лесу был, я тоже там мог залутать адский уголь. Асти. Еще почему где? Еще что? Да блин, еще на гранаты кинуть. Иди ко мне. Иди. Чмо. Нет, по мне стреляют, смось. Не убить. Чмырю. А где я? Уебище ебаное. Там, где я сейчас нахожусь. Ну. Понятно. Да опять я с рюкзаком убили, стрелбал. Ну что я сделаю? Ты вперед меня пошел, я же тебе говорил это. Какого черта он вообще мне в голову попал, когда я в прыжке был? Торжественный момент. А этот чмырь... А, он по мне стреляет. Он меня чуть не убил. Стреляет, ни хер пойми, откуда стреляет. Ты еще тут разлом. Ладно, я хоть перепрыгну. Не перепрыгну. Блин. Мы же едим после четвертого урока, а четвертый урок у нас последний. Чё это? Серьезно, удлинитель МР-133. О, тут мужик под землей, как к нему? Вот. Место на старте. Ну нет! Пожалуйста! Да что опять? Ёб твою насра, по мне опять стреляют, у меня осталось 20 метров до бомжа это. Понятно. К сожалению. Я удаляю. Ты бы зачем? Убрал, пока шумиха не началась. Потому что хуйня игра. Ты задолбал уже постоянно. А придурки везде с мосинками ходят. Марить, что ли? Вот и не ходи больше без меня. Или попозже. Что как-то под землю надо попасть. Чё? По какую место доставки землю? Под землей. Что под землей? Место доставки. Так это скорее всего устаревщика. Как я к нему попаду? Нет, это он не устаревщик вообще. Хер знает. Видишь, я точки создал.